Acer X1228i. Среднебюджетный DLP-проектор с яркостью 4500 люмен и HD разрешением. У нас в руках проектор для бизнес-задач. Проектор достаточно компактный и мобильный. Проблем с транспортировкой не возникнет. По габаритам он не превышает 31 на 24 на 12 сантиметров. Вес чуть более 2,5 килограммов. Корпус выполнен из прочного пластика черного цвета. Компоновка стандартная. Спереди вынесен объектив с регулировкой фокуса. Над ним кольцо регулировки зума кратностью 1,1. Также на верхней панели расположен набор кнопок управления и светодиодные индикаторы работы. По бокам корпуса предусмотрены вентиляционные отверстия для охлаждения горячей лампы. На заднюю панель выведены порты и разъемы, а именно видеовходы HDMI, VGA и композитный, USB-порт для питания внешних устройств, серийный порт RS-232, а также аудиовход и выход. Рядом гнездо для подключения кабеля питания. Теперь поговорим об изображении. В данном проекторе установлена DMD-матрица с родным разрешением 1224 на 768 пикселей. Максимальное входное разрешение Full HD. Контрастность изображения 20 000 к 1. Проекционное расстояние составляет от 1 до 12 метров. Диагональ проецируемого изображения от 23 до 300 дюймов. Яркость подсветки 4500 люмен. Мощность лампы 220 Вт. Ориентировочный срок службы 6000 часов. Максимальное потребление проектора составляет 265 Вт. Также отметим наличие встроенного монодинамика мощностью 3 Вт.